улица Старонаводницкая, 13А. 17-этажный кирпичный дом 2003 года постройки. Здание представляет жилой комплекс «Малая волна». Единственный вход в парадное поддерживается в хорошем состоянии. Входные металлопластиковые двери круглосуточно контролируются консьержем. Во дворе нет детской площадки, но рядом расположен сквер с фонтаном и общей детской площадкой, а под окнами находится детский садик. Также возле дома есть подземный и наземный паркинги. В соседнем доме расположен медицинский центр «Здравица», а напротив него – фитнес-клуб. Здание расположено в историческом районе Киева, богатом инфраструктурой. Две поликлиники, два лицея, общеобразовательная школа, военный институт телекоммуникации и информатизации, Национальный транспортный университет. Вот далеко не полный список социальных учреждений. Кроме того, удобная транспортная развязка и близость станции метро делают этот район удобным для проживания. Дом в отличном состоянии.